Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкуршоу, мы с вами продолжаем выживание в Сабнатика. Как я обещал, никаких действий за кадром нету. Максимум, да, что я в прошлых сериях делал, это ловил немножко пузырей, чтобы попить, но просто это, чтобы занятия не затягивать. Вот, а все остальное мы делаем вместе с вами. Поэтому сейчас мы с вами плывем на базу и начинаем переносить все наши пожитки сюда. Производитель у нас здесь есть... У нас там есть уже склад из 4 шкафов больших. Вот, и можно потихонечку там обживаться. Точнее, мы уже обжились. Даже грядку поставили. Сейчас мы на грядку поставим семена. Мне, кстати, написали под прошлой серией, что, блин, ты семена забыл. Так я их не забыл. Потому что с ними еще рано. Вот мы только начинаем все перевозить. Так, во-первых, нам надо забрать аптечку. Она наверняка тут готова. Подожди, где она? Вот она. Птичка, хорошо. И вот отсюда нам нужно позабирать все, потому что здесь у нас тоже как бы неплохо. Так, огнетушитель оставим, сигнальные ракеты оставим. Так, это возьмем. Плакате, конечно же, повесим. Так, батончики забираем. Так, сера берем, батарейку берем. Свинец. Ну, кварц можно пока не забирать, хорошо. Это пока ставим. Так, и теперь нам надо с вами забирать хранилище вот эти. Так, ты пока не слишком важная. Вот тебя мы возьмем. Да подожди ты. И вот когда не надо, он его не хочет брать. Open. Изменить название. А как тебя взять? Снизу, что ли? Взять. О! Есть. У нас еще место осталось, у нас места не осталось. Хорошо, в мотыльке, по-моему, у нас был инвентарь, или это нужен модуль? Вот тут залезть модулек. Так. Залезть. Не, по-моему, инвентарь у нас появляется только если мы ставим модуль специальный. Окей. Так, подожди, а куда плыть? Я че? А, вот туда. Да? Да, вот Аврора. Все верно. По-моему, да, специальным расширением для мотылька ставится инвентарь, но он как бы в принципе не особо это нужен. Единственное, конечно, удобно в нем батарейки носить, но с другой стороны можно поставить на мотылька модуль это, солнечной батареи, и тогда вот так вот плавая по поверхности мы будем заряжать его. И будет все вообще шикарно. Да, объяснили мне, что почему не ставилась эта штука, потому что слишком близко. То есть вот это как раз надо было штуку расширяющую ставить, раздвигающую, и все нормально. Все правильно мы сделали с вами. Слишком близко они не ставятся. Так, добро пожаловать на борт, капитан. А подожди, я же здесь не смогу, да, эту выкинуть. Так, строитель этот. Давай вот тебя. Да, я не смогу в тебя залезть, вот блин. Так, шкафчик, ну-ка давай. Open. Так, забираем. Все, забрали. Есть. Так, использовать емкость для посадки. Хорошо, что мы сажаем? Испорченная. Фу, мраморная дынька, смотрите, нормально. Мраморная дынька, воксельный кустик нам не нужен. Мы сейчас будем с вами... Блин, а что у нас? Мраморная дыня, короче, норм. Китайский картофель. Я его посадить не могу? Могу. Пускай китайский картофель растет. И пускай это растет. Ладно, фиг-то с тобой. Ну и тебя уж тогда. Вот так вот грядку мы забьем. У нас большая грядка. Хорошо. Так, использовать использовали. Теперь нам нужно... Знаете что? Мы здесь делаем на самом деле шкафчик небольшой. Здесь у нас будут храниться всякие... стекло и 2 титана. Здесь у нас будут храниться всякие необходимые вещи. Так, 2 титана. Так, здесь у нас ничего нет. У нас вот здесь вот что-то есть. Тут золото, я понял. Кварца у нас с вами в принципе нету. Как хорошо, что грядки поливать не надо, а? Вот я бы тут запарился, конечно, с поливом этих грядок. Так, это соль. Это соль. Это вы пердунчики, блин. Хватит угорать. Так, блин, мы с вами здесь весь кварц-то и пособирали. У нас здесь только соль одна осталась. Вот, вижу. О, вижу два... Блин, я вижу зубы, подожди. Нифига себе, какой подгон. Зуб сталкера, смотрите, еще один. И еще... О, вот это мы с вами местечко выбрали. Вот это лепота. Мы потом эмалированное стекло с вами сделаем. Вообще как нифиг делать. Так, тут что? Так, отвали от меня. Эмалированные стекла нам
обеспечены. Они, по-моему, нужны нам будут для то ли какой-то постройки, то ли для этого, для циклопа. Циклопа, конечно же, мы тоже с вами будем строить, но только после того, как обживем базу. Нам нужна исходная точка, из которой мы будем начинать все наши путешествия. И это наша база. Так, хорошо, делаем стекло. Мне нужен здесь шкафчик. Там у нас будет хранилище ресурсов. Здесь у нас будет хранилище всякого нужного добра. Так, шкаф вот рядом с тобой мы поставим. Хорошо. Хорошо. Нам еще нужно с вами повесить обязательно плакатик. Ну-ка. Так, база у нас идет вот туда. Сюда у нас расширения, наверное, не будет. Давайте мы повесим плакат креветки. Так вот, наверное. Во! Зашибись, ровненько. Ровненько повесили. Так, в тебя мы складываем чего? В тебя мы складываем, скалядываем батарейки. В тебя мы складываем еду. И в тебя мы складываем аптечки. И модули. Короче, ты будешь такой многофункциональный шнягой. А вот это все мы относим сюда. Так, свинец. Свинец мы перекладываем сюда. Пещерная пыль тоже пускай будет. Зубы сталкера у нас к супер рарным, к золоту идут. Вот так вот. Все, ништяк. Подочистили место. На самом деле мы сейчас скинем глайдер, чтобы больше места у нас было. Я что-то протупил. Мы же на мотыльке плаваем, поэтому мы скидываем глайдер здесь. Ножи, на самом деле, сканеры нам тоже не нужны. Но как бы фиг-то с ним. Так, отсюда мы все забрали. Окей. Блин, сложный процесс переезда, на самом деле. Надо было грузчиков нанять каких-нибудь. Только где здесь их найдешь? На сталкеров фиг положишься. Пердунчики там все только запачкают, испачкают, напердят. Этих больших, но они сюда не пролезут. Эти рифоспины, или как они там? Огромные-то которые. Бум. Вот эти рыбки вообще бесполезные, блин. Они этими нашими сундучками вообще бы раздавятся раз, на раз-два. Так, хорошо. Сколько мы сможем с собой забрать? Пробуем. Так, а нам надо за ручку взять. Ага. Блин. Тихо. Здесь у нас инопланетный чип. Взять. Инвентарь полон. Все. Две мы можем с вами взять. И, в принципе, здесь без вариантов. Да, даже отчаяние интерфейс. Наш сундук. Все равно нифига не взять. Ну, давайте тогда вот отсюда перенесем. Что у нас тут осталось? Угу, кварц нам пригодится. Соль тоже. Во, идеалочка. Кварц и соль забили. Хорошо. Где вот Олег? Угу, привет. Так, и вот туда. Вот это вот. Вот этому рифу можно ориентироваться, куда плыть. Он сам, самый высокий. И через него надо проплывать. Так, кварц запас у нас теперь есть. Небольшой, правда. Но я думаю, хватит. Сейчас мы эти сундучки с вами здесь сложим. Да выруби свет-то ты. Экономь энергию, дурень. Так. Хорошо. Так, эту давай вот сюда. А зачем их таскать? Я бы мог забрать из них все просто так. Правильно? Правильно. Они же по размеру как... Собственно, и весь этот инвентарь, который, в который у них есть. Так, использовать емкость для посадки. Воксельный кустик растет. Дынька у нас почти тоже выросла. Шикарно. Так, сюда мы складываем еще инопланетную эту шнягу, инопланетную эту шнягу. Энергоячейку. Так, аптечку, аптечку. Так, ресурсы мы идем складывать туда. Темно. Так, у нас тут есть немножко золота. У нас тут есть... Свинец нет. Свинец у нас здесь. У нас свинец здесь. Давайте будет здесь иметь. Пока. Пока, по крайней мере. Пока у нас не так много шкафчиков. А здесь у нас... Давайте кварц пока с титаном. Кварц с титаном нам нужны для постройки, поэтому вы будете вместе. А здесь будем хранить соль. Вот так вот. Соль нам не очень нужна. Все, шикарно. Так, сейчас мы вернемся. Как раз у нас вырастет... мраморная дынька, мы сможем ее забрать. Давай поплывем. Топи. Блин, плавал бы ты побыстрее, что ты медленно плаваешь так, мотылек.
Сегодня у нас серия посвящена переезду, я так понимаю, будет целиком. Возможно, мы немножко еще обустроим внутренности нашей базы. За ресурсами уже плавать, видимо, не будем, потому что если мы за ними плывем, то серия затянется и будет долгой. Так, ага. Хорошо, вскрываем. Забираем. Блин, аптечка у нас запас, конечно, очень огромный. Это очень хорошо. Это меня прямо радует. Потому что у нас аптечек много. Так, зуб сталкер еще один. Хорошо. Так, две здесь. Сможем ли все забрать? Блин, по-моему, мы все не сможем забрать. А что здесь? Вот в этом ящичке. Золото. Золото и соль. Так, а может быть есть... Так, носуран нам нужен. Смазка, блин, ну смазка... Так, соль, нафиг. Стекло пригодится. Что здесь еще неинтересного? Ну давайте аптечки, наверное, оставим. Как бы... Что нам эти аптечки? У нас так как запас большой. Так, алмаз. Алмазы нужны. Алмазы хорошие. Энергоячейка. Батарейки. Батарейки это мы сейчас делаем. Нам нужно, кстати, делать заряжатель. Ладно, будем знать, что здесь еще два золотых. Немножко соли есть. Все, мы с вами все забрали, то, что нам надо. По максимуму. Так, 4 здесь, да? Да, 4. Все, и 3 у нас там. А почему ты, кстати, не каждый раз здороваешься? Ты слышишь, офигела, мать? По-моему, она за всю серию первый раз поздоровалась. Или меня глючит? Проверка курса. Бум. Так, надо прожекторов на нашу базу поставить, чтобы было весело. Короче, надо обустроить ее по-нормальному. Чтобы все было четенько. Да, еще 3 здесь, 7 всего этих ящиков мы делали, окей. Так, дынька у нас готова, хорошо. Так, сюда мы складываем что? Сюда мы складываем с вами батарейки, ионный кристалл. Так, зубы я не сюда, аптечки сюда, энергоячейку. Все, это можно перекидывать туда. Так, энергия 100 и 100, хорошо. Так, золото. Золото пошло, зуб сталкера пошел. Так, ну и всякие вот эти вот магнетиты и настураны мы здесь будем хранить. Литий, алмаз, свинец, медная руда. Так, медная руда сюда, свинец сюда, ну и алмаз давайте тоже здесь. Ну и литий здесь, короче, здесь у нас такая тоже солянка сборная. Так, смазка, смазка, смазка пускай будет здесь, а стекло у нас будет, собственно, вот здесь, вместе с кварцем. Правильно? Правильно. Так, и нам нужно, что? Мы же, в принципе, можем сделать, кстати, с вами вот так вот. Поставить сразу еще один ящичек. Ну-ка, давай. Хорошо. А что ты мне хочешь ставиться-то, а? Что не так? Так, ладно. Блин, тут все нормально. О. Ну так. Ой-ой-ой, правую кнопку мыши нажал, отменил. Так, все хорошо, стой. А? Ага. Ага. Окей. Вот так вот. Ну, конечно, немножко кривоватенько, но что поделаешь. Так, еще один шкафчик мы поставили. Так, стекло, стекло, стекло. Вот здесь вот у нас стекло и титана немножечко. Это нам для того, чтобы в коридоре нам с вами сделать окно. А, стекла 2 надо. Блин, ладно, потом тогда. Так, ресурсы у нас переехали, поэтому мы сейчас с вами... Ага. Так, семена. Семена. Семена мраморной дыни. Засаживаем максимум. Так, давайте посмотрим... Китайский картофель. Китайский картофель полная фигня. Мраморные дыни все саживаем. Так, и ты у нас идешь нафиг. Хорошо. Что? А, он жажду у нас еще съедает. Ну, в смысле,
мы начинаем хотеть пить очень сильно. Так, а воксельный кустик зачем нам? Я понял, не зачем. Надо эту хрень выкинуть. Так, мраморная дыня. Вот так вот мы делаем. Закидываем мраморная, 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 мраморная. Так, воксельная нам не нужна. Мраморная дыня берем. Кушаем. Все, вообще шикарно. Так, ладно, на этом мы переживем. Поэтому мы с вами сейчас вот так вот максимально засаживаем все мраморной дыней. Шикарно. А вот эти вот воксельные кусты мы выкидываем, потому что это всего лишь, по-моему, красота. Нам пока она не нужна. Пусть здесь пока поплавают. Тихо, ты что пугаешь? Ты дурак, что ли? Совсем больной. Фух, ты ж, елки-палки, напугал-то как, а? Окей, какой у нас дальнейший план? А, нам нужно строить... Плавает там. Так, нам нужно строить, во-первых, стыковочную шахту. Стыковочная шахта дороговато у нас получается, но да ладно. Нам нужно обсерваторию построить. Вот, эмалированное стекло, точно. Мы его будем строить вот прямо вот здесь, вот прямо по пути. Это будет наш кабинет. Так, и нам нужно строить с вами все-таки... Так, прожектор, наружная грядка, насос, нахрен, нахрен. Так, внутренние детали. Переборка. О, кстати, это мы... О, нифига себе, мы дверьки можем ставить. Я что-то такого не помню. Так, биореактор, биоредактор. Компостирует органическую материю в энергию. Большой аквариум. Ингредиенты... А, мы пока его... Все, вот эти две штуки пока не нашли. Так, прочее. Это у нас стулья, указатели, всякие урны. Хорошо. Так, живая стена. Ну, конечно. А почему ты здесь не можешь... Ну, дурак. Так, нам нужны вот эти уж шняги. Нам нужен коммуникационный передатчик. Изготовитель аптечек. Настенный шкафчик не нужен. Мы поставили здесь шкаф. Зарядное устройство батареи. Медный провод и компьютерный чип. Два компьютерных чипа. Медный провод и комплект проводов. Два компьютерных чипа, медный провод и комплект проводов. Это здесь. Медный провод, медная руда. Комплект проводов. Две медные, две серебряные. Две медные, две серебряные. Комплект проводов. И медный провод. Хорошо. Давайте мы это сделаем сейчас сразу. Так, две медных, медь. Есть, угадал. И две серебро. А где у нас серебро? А серебра-то у нас, кстати, нету. Получается, что ли? Или здесь? Да, но серебра-то с вами нету. Да, придется плыть за серебром, но уже, видимо, не в этой серии получится. Так, хорошо. Мы делаем, значит, медный провод пока. Это чтобы сразу потихоньку все это было. Так, здесь у нас ничего такого нет, да? Здесь у нас ничего нет. Хорошо. Так, и компьютерный чип нам нужен. А компьютерный чип у нас делается как-то тоже там не очень сложно. Медный провод, еще один нужен. Золото и образец коралловой пластины. Так, два компьютерных чипа. Значит, нам нужен еще один медный провод и еще один медный провод. Значит, еще 4 меди, 2 золота и 4 образца. 4 меди, 2 золота. 4 меди. Вот туда. Раз, два, три, 4. 2 золота. Раз, два. Ништяк. И 4 вот этих вот штучки. Так, значит, медный провод. Раз. И медный провод 2. Есть. Так, сейчас коралловые пластинки с вами найдем. Это вообще не проблема. Только, правда, здесь эти мрази плавают. Так, и я, кстати, глайдер не забрал. Вот тут нам нужен уже глайдер, потому что мотыльки искать здесь ресурсы. Это фиговенько. Давай, забирай. Все, глайдер есть. Они, по-моему, стучатся, блин, на мою эту базу. Башкой, блин, постучитесь, слышите там? Мерзкие отродья. Так, коралловые, коралловые, коралловые. Ага. Коральчики. Вот, давай. А, ты без батарейки у меня, я понял. Фиолетовая коралловая. Образец коралловой пластины. Раз. Два.
Повтори. Отвали ты нафиг от меня, урод. Три. Следят они тут за мной, что я делаю? Уродцы какие, а? Вы посмотрите, что творят. Пузырь мне не нужен, потому что у нас есть теперь это мраморная дыня, она нам воду восполняет вообще в полной программе. Сейчас, кстати, посмотрим. Может, они это поменяли. Ой, у нас тут рыбки на базе, прикольно. Так, ага. Все, теперь мы можем с вами делать два компьютерных чипа. Раз. И два. Шикардосик. Шикардосик. И теперь мы с вами можем построить одну из этих шняк. По-моему, да, зарядное устройство для батареек. Батарейки мы будем заряжать с вами. Где мы будем их заряжать? Ну, тут, конечно. Так. О, долго так делает. Хорошо. А вот эту шнягу нам нужен комплект проводов. Да, для комплекта проводов нам нужен этот серебро. Серебро нам надо. Так, зарядное устройство для батареек. Батареек у нас сейчас с вами нету. У нас были они здесь. Батарея 0, 0, 100, 100. Ну, там их 4, поэтому выставим все 4. Раз. Раз. Два. Три. Пусть они все стоят. Вот, две полностью заряжены, две заряжаются. Ништяк, вообще пошла жара. Так, о, внутренняя грядка. Стой. Дынька сейчас подрастет. Раз. И два. Две дынки мы с вами съедаем. Раз. Два. Ну, воды, кстати, она, по-моему, стала намного меньше давать. Так. Вот это мы все съедаем. У нас все на 100%. Теперь нам достаточно. Раз. Ну да. Еще одну мы не будем, потому что это лишние семена у нас будут. Ух, прям хорошо. Смотрите, мы с вами развились здесь по полной программе. Так, образец коралловый. Ладно, полежи пока здесь. Вот я уверен, будет бардак стопудово. К концу будет бардак. Ну, не к концу, а со временем. Окей, нам нужно с вами за серебряной рудой, значит, повылазить. Это попутно мы с вами посканируем. Поплывем мы не на тот остров, поплывем мы куда-нибудь между этими островами посерединке. Вот, и там посканируем, там попробуем найти серебряную руду. Вот, и что нам еще надо на базе? Давайте посмотрим. Нам еще с вами нужны. Аквариум пока не нужен. Так, шкафчики у нас есть. Изготовитель аптечек, ну такое. Коммуникационный передатчик, это мы потом с вами займемся. Сейчас пока не надо. Короче, нам нужен, да, зарядное устройство для энергоячеек. Ну, это все расставим. Это не проблема. Потом нам нужны будут всякие осветительные приборы. И уже красивости наводить. И, соответственно, стыковочная шахта нам нужна для улучшения мотылька, конечно же. Ну и этот циклоп обязательно. Вот. Поэтому давайте мы на сегодня закончим. Вот такая у нас, собственно, как это, блиц-версия, блиц-серия получилась, да? Грядка растет, работает, зарядка растет, зарядка заряжает, работает. Шкафчики есть, там уже заполнены все ресурсами. Это производит. Короче, все у нас тут потихоньку, плакатик висит. И скоро будет здесь вообще очень хорошо. Я думаю, еще несколько серий мы позанимаемся базой. А потом, ну точнее, как... В следующей серии мы поговорим с вами за ресурсами, но это для базы нужно будет. Но и там, возможно, какие-то приключения и встретим. Потому что у нас всякие ячейки и батарейки есть. Мотылька не жалко уже, собственно, сможем несколько зарядов взять и прям подольше поплавать. На целую серию уедем отсюда. Вот, ну а на этом все. Я даже не знаю, на чем будут в таком закончить. Наверное, вот так вот. Ой, убери свою эту шнягу. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр. С вами Белрос на канале Мидкуршов. Игра Сабнатика. Выживаем по полной программе. Развиваемся вообще как боги. Здесь все у нас очень хорошо. И шикарненько пока складывается. Но скоро мы будем вылезать на всякие опасные приключения. Там, возможно, будем много умирать. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.